Всем привет! Сегодня выходной, и так хочется чего-то вкусненького. И тут нам доставляют креветочки. И я сейчас с вами поделюсь одним очень вкусным и быстрым в приготовлении рецептом. А пока подпишитесь на меня и не забудьте поставить авансом лайк. Рецепт у меня очень быстрый, готовится буквально за 2-3 минуты. Креветочки не сильно крупные, замороженные. Приступаем. Ставим на огонь сковородочку. Сейчас, как только она нагреется, сразу накладываем замороженные креветки в сковородку и накрываем крышкой, буквально как закипит, на 1 минуту. Рецепт у меня очень простой. Для этого нужно сливочное масло, буквально 2 зубчика чесночка, соевый соус и лимончик. Приступаем. В моей семье так любят по моему рецепту, поэтому я готовлю много. В раскаленную сковородочку насыпаю прям замороженные креветочки. Включаем вытяжку, чтобы не пахло. И сейчас водичка, вот они оттают. Я прям всегда так делаю. Лед стает, водичка стоит, буквально 1 минута под крышечкой. Достаточно. Красота-то какая! Лепота! Пока у меня здесь нагреваются креветки и чуть-чуть 1 минутку проготовятся, протушатся, я быстренько разложу по мешочкам свои креветочки, буквально порционно, и убираю в морозилочку. Креветки мы очень любим, поэтому покупаем их много. И у меня много разных интересных блюд с креветками. Например, макароны с креветками и сыром. Вот смотрите. Наши креветочки пустили в воду. Мы сейчас буквально засекаем, 1 минуточку протушиваем. Буквально 1 минуточку. Долго креветки готовить нельзя, иначе будут плохо чиститься. Вот уже прошла минутка. Наши протушились. Вот даже немножко уже поменяли цвет. Все. Теперь они оттаяли хорошо. Здесь сковородочка. Оттаяли хорошо. Сейчас я эту водичку сливаю. И кладу туда хороший кусок масла. Делаем дырочку. Водичка последняя выкипает. И кладем туда хороший кусочек масла. Все, сейчас масло растает. И на этом масле мы хорошо обжарим наши креветки. Креветки нам привозят из Голландии. Мы уже много-много лет заказываем. По несколько коробок, и я из них готовлю разные блюда. Очень зашло в нашей семье это вот креветки по вот этому быстрому рецепту. Это когда выходной, все хотят расслабиться там с пивом чуть-чуть. Ой, это идеальный рецепт, это очень вкусно. Пока все съешь, все грызешь, обсосешь, это просто. Ну и, конечно, мы еще любим очень макароны с креветками. То есть мы вообще любим море продукты. Ну все, я положила маслица. Маслица растопилась. Видите, вот теперь такая масляная такая вот у нас водичка. Крышечку убираем. Сейчас оно моментально выкипит. И наши креветочки начнут жариться. Вот оно, видите, оно уже все пенится, все уже почти выкипело. Сейчас будет жариться. Пока у нас обжариваются креветки, нам надо приготовить лимончик. Лимончик покатали по столу, чтобы собрался весь сок. И теперь его разрезаем напополам. Одну часть мы польем креветки, а вторую просто подложим, чтобы кому надо покислее, может себе еще полить. Масло нам уже не нужно. Также нам надо приготовить чесночок. Я его продавливаю в чеснокодавилку. В принципе, его достаточно. Я соевый соус сразу лью в креветки. Но сегодня, чтобы было понятнее, я налью в дозочку. Он немножко медленнее льется. Я всегда покупаю большими бутылками, потому что очень часто их пользуюсь. То маринуем мясо, то ребра, то креветки. Тут у нас уже все жарится. Уже даже очень хорошо. Маслица. Креветочки взяли в себя маслица. И начинает сейчас уже жариться. Запах, конечно, на весь дом. У нас работает хорошо вытяжка. И вот обратите внимание, креветочки наши начали поджариваться. Я буквально
Ну, у меня минуты две, наверное, ушло, чтобы они вот вытопилась маслица, и чтобы они начали вот так хорошо поджариваться. То есть сейчас они еще буквально полминутки, наверное, пожарятся, чтобы посильнее поджарились. И мы выкладываем чеснок, потому что я люблю, чтобы чеснок выложить на горячие креветки, чтобы чеснок отдал свои ароматы креветочкам. И затем заливаю соусом соус. Буквально минутку еще тушу и подаю. Это очень вкусно. Ну, в принципе, уже готово. Можно выложить чесночок. И обязательно размешать. Сейчас, пока они горяченькие, чтобы чесночок напитал креветочки наши. Ой, это уже так вкусно. Просто, ну, вы слышите, я захлебываюсь слюнками. Это просто космос и огонь. Так, видите, как красиво зажаривается. Цвет поменяли. Они еще на масле немножко другого вкуса получаются. Можно, конечно, сделать и на подсолнечном масле, но на сливочном масле это вообще вкусно. Все, последние уже штришочки. Да, я вот, подай, пожалуйста. Я еще всегда люблю приперчить немножечко. И капельку лимончика. Сейчас буквально соевый соус впитается. Все. Ну, где-то ушло у меня на приготовление, ну, минут 5, если честно, ушло. Но для такого шикарного блюда на ужин это просто ничего. Вот такой прекрасный быстрый ужин у нас получился буквально за 5 минут. Пробуйте, я уверена, вам этот рецепт зайдет. Это очень вкусно. Я вам в будущем обязательно покажу рецепт с креветки с макаронами, с спагетти. Очень вкусный рецепт, поэтому подписывайтесь и не пропустите следующий. Ух, красота-то какая! Лепота! Я соусовый соус... Правильно, неправильно, соевый соус выбирать. Рецепт очень простой. Нужен соусовый соус. Креветки мы всегда заказываем, нам привозят с Голландии. Каждый год мы покупаем несколько упаковок. Да простит нас рыбка. Нет, убирай это, я не знаю,